Всем привет, друзья! Хочу предложить вашему вниманию текстильную куколку в виде зайчихи. Это мешочница. Вот так вот она вешается. Вот такая вот она. Глазки еще у меня тут, эти иголочки, еще не доделаны. Но хочу поделиться. Вот такие ушки у этой зайки. Ну, сейчас год собаки. Думаю, что может как-то поменьше их сделать. Вот так. Ну, я делаю зайчих. У меня заказывают зайчих. Поэтому вот у нее такой длинный подол у юбки. И там есть подклад. В этот мешочек. Вот так вот. Мы будем складывать наши пакетики. Приходим с магазина, крутим, вертим, куда запихать этот пакет, не знаю. И вот отличная идея для хранения пакетиков. Юбка становится такая объемная, пышная. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Слишком большой такой вид я не буду делать, просто вот как выкройка у меня выглядит. Вот выкройка у меня вместе с ногами, но ноги я вот так вот спрячу, чтобы не вводить вас в заблуждение. Это уши. Уши делаем две части, так как вот здесь у нас ткань, которая на юбке, здесь у нас мех. Вот, то есть вот одно ухо, вот второе ухо. Вот. Лапки. Лапки 4 штуки. И тело. То есть не тело, а голова, и голова наполовину. Здесь мы сошьем, так как здесь ноги не нужны. Вот здесь все пустота. Вот так вот наполовину. Немножечко я сейчас сделаю паузу, чтобы кому понадобится выкройка, могли ее срисовать. Ну вот. Буду делать вот из такой ткани. Это будет юбка. Вот будет такой подклад, мешочек. Сюда вставится резиночка. Все это прошью. Ну, такая вот небольшая идейка. Ну, вот это все как бы украшаем. Тут вот есть ленточки у меня. Ну, любая, какая у нас тут понравится нам. Вот такой беретик я связала. Глазки, пуговки будут. Немножечко их туда затяну, так как у меня сейчас нет с собой тут. Вот такая вот идейка. Такой куколки мешочницы. Текстильная куколка. Вот такая. Вот так вот ее, если повесить, она будет очень прекрасно выглядеть. Юбка ее будет пышная. Мы туда напихаем пакетов. Так что вот, друзья, кто рукодельницы швеи шьют, я подкину вам такую идейку. Вот. Всем до новых встреч. Пока. А еще один момент, как я тут собираю. Просто на нитку простым швом. Вот так вот все собираем и пришиваем к подолу. Так, так, так. Где тут подол у нас? Вот. Вот такого вот размера вообще вот она маленькая. Голова, то есть до шеи, ручки, все вот так вот пришиваем. Это тоже простой сборочкой. Вот, друзья, буду заканчивать свое видео по пошиву куколки. Идеи. Отличный подарок. Людям нравится, заказывают. У меня у самой таких куколок есть. И всем до новых встреч на моем канале. Пишите, ставьте лайки, комментируйте. Наша дружба за счет наших просмотров и комментариев укрепляется и держится. Задавайте, спрашивайте. Всем пока-пока, друзья.